Добрый день, дорогие друзья, дорогие болельщики. Хотел бы футбольная команда Глухих хотела бы поблагодарить команду Арсенал за сегодняшнюю игру. Поле было действительно немножко тяжелое, на участках были. Лед. Но ничего, игра пошла, было приятно. Играть против такой команды, как Арсенал, надеюсь, у них еще все впереди. Они сделают выводы, в следующем сезоне будут выше, на месте выше этого сезона. Отдельно очень хотелось бы поблагодарить организаторов Христианской футбольной лиги, которые пошли навстречу, допустили нас соревнования во втором круге. Благодарим вас. Надеюсь, что со следующего сезона у нас получится уже стартануть с первого круга, с самого начала чемпионата. А так, я бы сказал, по-общему, действительно, этот сезон удался, уровень поднялся, организация мероприятий каждого матча действительно была на достойном уровне. Желаю вам, организаторам, расти, расти и расти. Всем пока. Спасибо вашей команде и ждем КФКГ в новом сезоне. До встречи.